Двойной юбилей сегодня отмечает самый знаменитый артист цирка Урала Анатолий Марчевский. Ему исполнилось 70 лет, из них 55 он провел на манеже. Вот и сейчас свой день рождения руководители Екатеринбургского цирка празднуют на арене. В этюдах артисты показывают творческий путь именинника. От лица Евгения Куйвышева юбиляра поздравил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Коллеги-депутаты законодательного собрания вручили ему грамоту за вклад в социально-экономическое развитие региона. Сослуживцы по творческому цеху признали, что Марчевский стал для них путеводной звездой. Однажды я была в командировке в далеком зарубежье и увидела на площади цирковое представление. И нас стали зазывать на это цирковое представление. А я им говорю, а у нас тоже есть цирк. Меня спрашивают, а в каком вы городе живете? Я говорю, в городе Екатеринбурге. Тогда все закричали, да, мы знаем, там Анатолий Марчевский. Анатолий Марчевский родился в Свердловске, правда, на Украине, в небольшом шахтерском городе. Его незаурядные артистские способности педагоги заметили еще в подростковом возрасте, когда он занимался в цирковом кружке. За время работы освоил несколько жанров – акробатика, жонглирование, эквилибристика. Но самое яркое его амплуа – это высокохудожественный образ современного клоуна. Анатолий Марчевский – обладатель множества наград, среди них высшая – это Оскар Королевского цирка Бельгии. Он также имеет звание народного артиста РСФСР, медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй и четвертой степени. Моя главная гордость, что цирк любят в Екатеринбурге, он популярен, это самое любимое место отдыха горожан, семейный отдых. Поэтому я горжусь, что цирк приобрел такую популярность и является душой города Екатеринбурга.